Телеканал «Видное ТВ» приглашает солистов, а также творческие коллективы Ленинского муниципального района принять участие в первом телевизионном проекте «Скрипичный ключ». Если вы активны и талантливы, увлекаетесь музыкой или танцами, обладаете актерскими способностями или виртуозно играете на музыкальных инструментах, тогда подайте заявку на конкурс до 25 марта 2017 года и раскройте свои творческие потенциалы. Участвуйте и побеждайте! Возможно, именно вам выпадет шанс стать участником международного конкурса детского юношеского творчества «7 нот» совершенно бесплатно. Подробную информацию смотрите на сайте sme-vidne.ru. Телефон для справок 8 495 541 15 42.